Под Гомелем на бывшем аэродроме «Зябровка» пройдет 4-й этап Кубка Северо-Восточной Европы по парапланерному спорту «Бриллиант Фут». Участие в турнире принимают спортсмены из Литвы, Латвии, Эстонии, России и Беларуси. Состязаться они будут в точности приземления. Ранее соревнования прошли в Литве, Латвии и России. Гомельский этап 4-й и заключительный. По его итогам и будет определен победитель Кубка. Завтра на аэродроме «Зябровка» состоятся тренировочные полеты. Непосредственно соревнования пройдут 6 и 7 октября.